Сегодня на испытаниях вот такая вот у нас комбинация. Советская дрель ИЭ-1015. В чем ее преимущество? Три фазы, 450 оборотов в минуту, конус Морса 2, шпиндели, тут редуктор, асинхронный двигатель, имеется реверс. В чем минусы? 15 килограмм весу, ну и габариты. Ручки также неудобные. Одна сейчас снята, вторая не снята, в ней ручка на переключение реверса. Так, сейчас она запитана от одной фазы через пусковой конденсатор. Так, что еще хотел сказать? Стойка очень похожа на Коммунарис, но больше, чем Коммунарис. По вертикали ход около 200 миллиметров. Здесь было переточено на 60 миллиметров, расточено отверстие. Так, посадочная на дрели 60 миллиметров. В основании имеется Т-пас, вес около 40 килограмм. Пробовать сверлить будем профильную трубу 50 на 50. Толщина стенки 2 миллиметра, но я наварил на ней боковины для усиления для одной конструкции. Итого у нас сейчас толщина стенки 6 миллиметров. Сверху лежит еще одна профильная труба с уже просверленными отверстиями. Она используется в качестве кондуктора. Сверло 14 миллиметров или 14,5. 14,25. В режиме реального времени. Вот такая вот синяя стружка получается, красивая.